Так, здравствуйте, товарищи. Итак, как вы знаете, я тут готовлюсь потихонечку, собираю для своего нового мотоцикла тут инструмент. И, в общем, вот раньше, да, с бескамерной шины вообще было все так идеально и просто. Инструмент, в общем, понятный. Жгут, клей и специальное шило. То есть в ремонт 2 минуты и готово. Ну вот сейчас у меня камерные шины, поэтому я тут сейчас потихонечку собираю себе инструмент для шиномонтажа. Монтажки я купил, там осталось еще головку какую-то взять, потом эту... Ну, в общем, собираю. И как-то я тут смотрел видосы и нарвался тут на видео, причем неоднократно. И вот люди используют вот такую вот штуку. То есть это какой-то такой... хитрый инструмент. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, он будет в фокусе. Не знаю. Ну, и как бы используют при монтаже, допустим, ну вот это вот наконечник, понятно. Тут как бы очевидно все. Это для того, чтобы выкручивать золотник и тем самым спустить камеру, да, может там надавить. Но вот мне непонятно, ребят, может кто знает, знающие люди. Вот этот вот, тут идет такая хрень, она как идет конусом и с резьбой. Ну, по крайней мере, выглядит как резьба. Потом здесь вот с другой стороны вот такая штука, тоже как бы не конусом, просто как прямая, тоже то ли резьба, то ли не резьба, хер поймешь. И потом вот здесь внутренняя такая хрень тоже, блядь, непонятная. То есть там внутри есть резьба, то есть она по сути куда-то накручивается. Я только вот нихуя не пойму, где его применять, кроме как вот для выкручивания золотников. В видосах, которые я смотрел, ну его, эту штуку используют выкручивать золотники. Но это опять же, блядь, нахер он нужен, когда есть вот такие вот православные колпачки, в которых уже есть своего рода как ключик для выкручивания золотника. То есть два таких колпачка на колеса, и даже если один куда-то проебешь, то второй обязательно останется. Поэтому вот я не знаю, какие преимущества вот этой хрени супротив вот этой хрени. То есть это компактно, ее не надо с собой куда-то там класть отдельно там. А вот это она в принципе такая массивная штучка, она имеет вес и объем какой ни крути. И такая штучка у вас будет одна в пути. Ну, я не думаю, что, блядь, две с собой тащить. Одну про запас. Вдруг там проебешь и потом не вытащишь золотник. Поэтому, мне кажется, колпачки такие, они намного прикольнее, чем вот эта хрень. Или, может быть, я говорю, проясните мне, пожалуйста, знающие люди, нахера эта хрень нужна, блядь. Кроме выкручивания золотников. В общем, собственно... суть этого видоса была вот именно в этом вопросе к знающим людям, потому что я что-то не шарю. Ладно, все, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свои предположения, для чего ее можно еще использовать, кроме выкручивания золотника. Все, всем пока, спасибо.